Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Фух, продолжаем мы серию выпусков, связанных с верстком реального проекта hmlessons.ru. Выпью колу, секундочку. Открыл окошко, не знаю, замерзну или нет. Вообще у нас в Питере очень теплая погода, по факту. Если мы сейчас посмотрим прогноз, у нас в Питере, да, чтобы вы понимали, это просто жесть. Это, ну, как бы... Я не знаю, сейчас я вам покажу. Но как бы это не шуточки, ребят. Держу вас в курсе, сейчас посмотрю, в камеру видно, нет? Оп! 15 градусов! 15 градусов! Жесть! Вот. Причем завтра уже завтра будет 5 градусов утром. 8 максимум днем. Я вообще в шоке. Блин, у меня на самом деле двоякое чувство. Во-первых, что у меня с прической, да, в кадре, это полный фарш. Попробуем более-менее как-то уложить, чтобы она покрасивее смотрелась. Ну, ладно. Мы с вами пришли не для красоты, в принципе. Всем вообще насрать, потому что мы все программисты, да, все разработчики. Вот. Собственно, мы сейчас максимально набираем темпы для того, чтобы закрыть полностью проект к 40-му уроку включительно. Об этом я говорил в каждом уроке. И также говорю в каждом уроке про то, что подписываемся на канал. Ребят, срочно подпишитесь. Внизу опуститесь. Красная кнопка должна гореть серая. Для того, чтобы... Я даже такую штуку вам включу. Сейчас. А ну-ка. Смотри, что у меня есть. Я ее так и не настроил, правда, нормально, чтобы она работала. Где она? Не вижу. Media Source. Вот. Кнопка, вот, вы увидели, как она выглядит. Собственно, ряд, подписываемся. Для чего? Вопрос для чего? Первый вопрос для чего? Для того, чтобы я провел первый прямой эфир, мне нужно минимум 1000 подписчиков. Для того, чтобы эфир смотрело хотя бы человек 50. Я хочу, конечно, больше, но хотя бы человек 50 для первого эфира было бы достаточно. Делать на аудиторию меньше не хотелось бы, потому что, ну, смысл мне вещать на 1-2 человека, как бы, смысл мне тратить время, рассказ для кого-то, и вопросов будет мало в чате и так далее, потому что хочу построить эфир таким образом, чтобы было максимально много пользы. А чтобы была польза, для этого нужно, чтобы вы задавали свои вопросы. А когда 2 человека будут задавать вопросы, ну, как бы, у них рано или поздно кончится вопрос, и тем самым эфир закончится. Поэтому хотелось бы видеть минимум 50 человек на эфире. И, собственно, вот. Поэтому набираем 1000 подписчиков и там уже посмотрим. Собственно, окей, сейчас на канале уже там 230 подписчиков. Короче, на самом деле очень быстро растем уже, ну, блин, скоро уже 300. Я в шоке, на самом деле. Оборот набираем, и это круто. Итак, про это сказали, также лайк поставьте, чтобы алгоритм YouTube продвинули этот ролик выше, потому что некоторые люди, которые приходят на канал, пишут, типа, Макс, мы тебя увидели в рекомендациях, типа, про крутой канал, мы на тебя подписались. Поэтому, ребят, чтобы мой ролик вышел в рекомендациях, нужно поставить лайк и написать коммент внизу. Огромное вам большое человеческое спасибо. Так, про погоду поговорили, про подписку поговорили, сейчас у нас партнерская программа. Наша любимая, это самый фарш, да, то есть это полный фарш. Мы в этом уроке с вами договорились сделать... так называемую, я сейчас посмотрю, у нас отдельно, да, это есть, так называемую, как бы это сформулировать-то правильно, CSS Grid, два слова, CSS Grid, все, я думаю, здесь понятно, нам нужно сделать CSS Grid, с учетом того, что я не знаю CSS Grid, то есть у меня проблемы с этим, если говорить честно, да, то есть у меня проблемы с гридами, и это, конечно, не может не печалить, вот, но, тем не менее, сегодня мы их выучим и сделаем все быстренько и легко. У нас эта картинка входит в ЛК. Соответственно, здесь делаем partners. Partners. Оп. И сюда загружаем все картиночки. Так, понятно, что он будет в формате PNG, да. И, собственно, загружаем. Первый пошел, второй пошел. Надеюсь, ничего страшного, что здесь звездочка стоит. Все быстренько их все вкинем и потом будем уже подгружать. Очень круто, что дизайнер отдельно вывел это все в такие вот блоки, потому что иначе это было бы вообще... Оттуда их как-то выковыривать было бы не очень красиво. Так. Посмотрим, ребят, как у нас будет вообще идти верстка, там уже будет видно, может быть, растянем больше в цикл видео, потому что, не знаю, есть какие-то определенные моменты, да, то, что, может быть, мне все лучше сделать под ключ уже, ну, в верстке, чтобы уже на бэкэнде чисто писать бэкэнд и не париться, да, насчет там других моментов. Так, у нас что здесь? Медиафайл. Значит, напомню вам, что первое, что нужно сделать для того, чтобы грид
за работу. Это, собственно, написать HTML. Сегодня у нас такой урок по гридам, и причем урок ведет человек, который не знает гриды, да? Но погнали, это не так важно. Во-первых, да, нужно придумать какие-то классы. Классы будут очень просты, add1 и так далее. То есть мы можем как сделать? Я уже, блин, нашел. Давно уже в эмитке не делал там цифры, да, по очереди вот так делается. И просто дублируется, внутри будет картинка, да. Да и все, да. Сколько штук нам их нужно? Могу зевать, ребят, сразу сори. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штучек, отлично, 8 штучек. Все, запускаем эту историю, запустили, сработало, круто. Для всех две точки, image partners, LK, извиняюсь, LK, потом partners, да, потому что разное. И здесь уже загружаем всю эту историю. Во-первых, давайте посмотрим. Значит, сначала у нас идет 240 на 400, потом у нас идет, даже размеров нет, да, как бы, а как разобраться-то в этой ситуации? Подожди. У меня 2, что ли, 240 на 400? 8. Подожди, а там сколько? Подожди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подождите. 9, 4. Нет, 8. 8 здесь тоже. Я вообще-то запутался. Блин. Как мне смотреть? Могу это как-нибудь скопировать отсюда? Нет. Мне это нужно перенести это все добро, потому что, ребят, ну так не вариант. Все, спасибо. Спасибо, что есть возможность перенести. Мы это перенесем вот сюда и будем тщательно сейчас наблюдать и смотреть. Вот, так гораздо будет удобнее. Значит, что у нас здесь есть? Не совсем я вот сюда можно, или как, не знаю. Ну и так непонятно. Это понятно, это идет сюда. Сюда что у нас идет? Это то же самое по факту, что и это, да? Только другого размера. Ну как бы... Как мне здесь по размеру распределить? Ну такое тоже дизайнер, видите, не продумала. И не знаю. Я думаю, при наведении на эту кнопочку мы сделаем просто обычный тайтл. Ну, вы поняли, да, тег тайтл, чтобы была подсветка и написан размер, потому что и так непонятно человеку будет, что это за размер вообще. Так что, видите, спорно на самом деле. Я знаю точно, что там 970 на 250 идет, да, вот это, 970 на 250. Это у нас какое? Я не понимаю просто, как оно, насколько я помню, оно идет вот так, ну, то есть по что я несу? По порядочности, да, то есть по порядку. То есть первое, второе, третье, четвертое, пятое. Ну, я с гридами не знаком, поэтому могу вам влить жестко. Поэтому, ребят, если вы шарите в гридах, то особо меня не хейтите. Могу реально вафлить. Так, 970 на 250 здесь. Здесь у нас идет уже вторая история, да? Как бы это сделать-то? 970 на 250. Ну, давайте 970. Так, я могу, пожалуй, да, подсказку получить? 970. А, ну все, оно само мне подсказало. Далее, вот этот вот... Блин, надеюсь, что правильно я все понимаю. Вот эта штука, реально, это вот это получается, ну, по факту, да, там уже, или хотя это вот это, да. Не знаю, это, короче, тоже 240 на 400 получается. Что-то здесь не хватает. Или все хватает? 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, ну вот этого не хватает. Так подожди, вот это идет сюда, да? Вот это сюда пойдет. Подожди. Вот, 640 нет, подожди, вот так. Собираем пазл, да, прям на видео. 970 на 250, 240 на 400. Так, первое, вот это она более толще. То есть более толще это вот это на сотку. Потом 640 на 100. Тут дальше идет, что у нас
728 на 90. На почту кто-то написал, кто там. Какая-то рассылка очередная. Далее, вот эта штучка, это... Она больше, чем это, поэтому 336 на 280. 336 на 280. Далее, вот эта штука, это 300, 300 на 250. 300 на 250. И, собственно, вот эта финалочка, это 300 на 500. 300 на 500. Все, это... Блин, это мы разобрали, ребят. 300 на 500, можно, пожалуйста? Да, спасибо. Божечки. Так, 300 на 500. Все, отлично, это готово. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем полный фарш, да, то есть полный фарш, и он, понятное дело, обоснован, да, то есть это, блин, ну качество, картина, конечно, ребят, мое почтение тем людям, которые будут пиарить наш продукт, потому что это прям пушка. И, конечно же, мы забыли здесь обозначить ссылки, да, то есть у нас будут ссылки. Конечно же, мы их провафлили и забыли обозначить, но это не проблема, потому что их можно сделать легко в любой момент. Меня сейчас больше волнует история следующая, да? Просто. Так, у меня нос начинает. Сейчас, ребят, окошко закрою, секундочку. Так, продолжаем. Что у меня просто уже нос сразу начал закладывать. Не так уж и тепло, как бы, да? Казалось бы, в Питере сейчас нормальная температурка, но не так уж и... Так. Значит, интересная страничка на самом деле, да? Ну, интересно реально. Здесь много чего нужно будет сделать. И не знаю, когда мы сделаем. Ну, качество, ребята. Блин, меня качество просто поражает. Насколько она качественная. Причем это PNG, да? То есть это не SVG формата PNG. И она такая прям качественная, четкая. Блин, мне кажется, кто будет пиарить, ребят, все маркетологи подтягивайтесь обязательно, когда у нас произойдет редизайн. Срочно берите эти баннеры, качайте их, распространяйте, можете запускать там любые рекламные кампании в любых сервисах и так далее. Вы будете получать свой процент на старте. На старте мы процент менять не будем, и у вас будет 50%. То есть 50%. То есть продали, у нас средний чек это примерно, блин, я уже не помню, какой средний чек. 700-800 рублей средний чек примерно, да? То есть может быть больше, может меньше, я уже не помню. То есть условно у нас в среднем, ну то есть в среднем, да? Не в среднем, а как сказать, самая популярная подписка это на 3 месяца. Потому что она идет посередине, она и по цене адекватна, то есть это не супер дешево и не супер дорого, да? Ну, как обычно, в принципе. Она стоит 590 рублей. Или, насколько я помню, 490. Сколько она стоит? Подождите, HTML Essence. Премиум. Подожди, можно на премиум зайду? Премиум. Сколько она стоит? Форм подписку. Она стоит... Пятьсот девяносто, да, что-то я провафлил. 590 рублей она стоит, при этом, то есть вы получаете 300 рублей, грубо говоря, да, там, ну, понятно, 285 или 290, ну, у меня с калькуляцией все плохо. Короче, 300 рублей получаете с одной подписки. То есть стоит там привлечь, ну, как бы 100 человек, сами понимаете, да, что получается. То есть 100 человек привлекли на 300 рублей, 30 тысяч заработать, ну, как бы... Ну, почему, ну, чем не деньги, да, 100 человек, как бы, это не так много. Вот, поэтому такая ситуация, ребят, такая ситуация. Так, ну, мы не отходим от темы, это понятно, можно про бизнес бесконечно долго разговаривать. Если вам интересно про бизнес и про развитие, и про мотивацию, ссылочка в описании на мой личный канал, минутка рекламы. Нам сейчас нужно подумать, ребят, как мы это будем делать. Значит, у нас есть, смотрите, есть вот такая ситуация с гридами, да, но мне она вообще не нравится. Точнее, не то, что не нравится... Я вот сформировал код, да, я примерно понимаю grid templates, row. Я не совсем понимаю, что такое, мне нужны проценты, насколько я понимаю, да? А, ну понятно, здесь могу с помощью процентов что-то расчертить, да, и получить. Не знаю, воспользоваться или не воспользоваться. А, то есть может добавлять, да? Блин, давайте воспользуемся. Мы же начинающие разработчики, да?
Я же начинающий разработчик, ну, как бы 7 лет опыта, давайте начинающий разработчик, ну, воспользуюсь, да, потому что я, ну, как бы не сам не шарю, поэтому нужно воспользоваться. Во-первых, гаттеры, да, то есть это отступы, 30 пикселей у нас идет, везде отступ. Не буду смотреть, что тут где-то 40, 38, везде 30 сделаем. Grid cap. Сетка. Блин, ну не понимаю, ну 30, ну да, это то, что я думаю. Окей. Смотрите. Ситуация следующая. Давайте будем это формировать. Смотрите, у нас есть такая штука, да, она примерно, да, то есть в процентном соотношении, примерно, да. Мы можем просто реально так сейчас расписать, и все, нам нет смысла, да, сейчас 806, и тут, сколько у нас получилось? 8, блин, я не могу, 806, 175. Берем калькулятор, уроки математики, делаем пропорцию, включаем мозг, 175 умножить на 100% и разделить на 800, как там, 805 или сколько там, 21%, сколько там, 805 было, сколько? Да, не забыл. 21% получается. Окей, тогда здесь 21. Ну, лучше брать, конечно, четные, да, числа. Здесь давайте 22%. Далее. Вот эта история. Сколько процентов получается? Вот это 333, да, то есть это 333 умножить на 100, разделить на 805, 41%. То есть 40% сделаем, да, не будем тут выпендриваться. Соответственно, здесь 83, да, 83 умножить на 100, разделить на 805, 10%. Это вот этот блок, да, третий. Он идет, сколько там, 3, 10%, да, 10%, но он так и есть, 10%. Или что, я не понимаю просто. Я не понимаю просто. Я просто не, видите, я не понимаю немного, то есть что происходит? Я честно не понимаю. Я понимаю, что я могу двигать, да, все дела, но как бы это мне не нужно двигать ничего. Бля, подожди, что это такое? Ну это понятно, я могу еще его разбить, да, но мне это не нужно, подожди. процентов, да, вот 40, 20, 60. Это тоже, подождите, я опять запутался. Я опять запутался, что я делаю, я не понимаю. Grid column, grid rows. Column, колонки, ну все правильно. Rows, не нужно мне никакую там делать. Это мы убрали. Окей, то есть вот это. Подожди, можем как-нибудь? Вот, то есть 22, 40, 11%. Правильно я понимаю? Да, только здесь не 11, здесь 10, да, процентов мы с вами договорились. Да, 10, вот она. Кайф, 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 кайф. Значит, мы это неправильно считаем. Подождите, тогда мы с вами этот провафлили немножко. Смотрите, здесь 22. Блин, короче, нужно заново вообще все сделать и 22, 40, 10, да, давайте 22%, да, то есть 22, 40, 10, да, то есть 22, дальше 40, да, 10, здесь тоже проценты, у нас 20, сейчас 22, 40, 10, подожди, тут не 10, да, запутался, 116, 116, 116 умножить на 100%, разделить на 805, 14%, да, 14%. Далее еще одну добавляем. Еще одну добавляем. У нас что там получается? Финально, да? Здесь 91. Ну, как 90, да, грубо говоря. 90 умножить на 100 и разделить 805. 11%, 10%. И здесь мы смотрим просто, сколько осталось. Да, это у нас остаток. Это остаток.
Ну, он сам посчитался, да, то есть 20, то есть 40, 50, получается 60, 74, 76, 8, 96. Не хватает, да, почему-то? Или мне кажется, у нас не хватает что-то. Нужно где-то добавить. Добавить нужно в предыдущую, да, то есть здесь сделать 15, здесь сделать 11. Все равно не хватает, да? 40, блин, короче, ну давайте 42 сделаем. Здесь 12, здесь 16. Вот так, да? 18 плюс 22 это 40. 40 плюс 52. 92. Что-то я вообще какой-то вафлер, ребят. Подожди. Подожди, я не понимаю. 22 плюс 42 это 64. 66, 76. 86, 96 и 2 лишних, да, процента, то есть 14, вот так вот, все, теперь ровно посчитали, правильно я понимаю, или опять провалил? Да вроде правильно, все, вроде, вроде правильно, окей, окей, да, теперь нужно что сделать, 30 и 30, то есть везде по 30, имя области, какое будет имя области, очень все просто, да? У нас S1. Дальше идет. Так, подожди, подожди, подожди. Что ты двигаешься? Или нет кнопки отмены? Это 22, 42, 12, 14. Я что-то подвигал, по-моему, да? Или мне кажется? 22, 42. Или не подвигал? Короче, дичь какая-то. Еще раз. А, но оно расширяется, понятно. Ставили, сохранили. Окей. Второй. Да, и его нужно как-то сделать. Ну, давайте как-нибудь. Блин, это очень тяжело. Короче, его нужно растянуть на 3, получается. У нас 3, да. Друзья, как я буду растягивать? Я вот не понимаю реально. А можно растянуть? Блин, такая жесть, я реально не понимаю. А, вот, смотрите, вот. Да, то есть мне нужно вот это все выделить и теперь сохранить. Все, отлично. Теперь вот эта область, это у нас... Блин, надеюсь, я все правильно. Я, да, add 2 получается, add 2. Она причем будет так или еще, сейчас посмотрим. То есть у нас 5 всего. Она у нас будет на... 3... Почему у нас 5? Блин, ребят. А почему у нас 5? Подождите, если здесь 22, да? 22. Короче, это полная дичь, да? Я предлагаю сделать... Короче, я предлагаю уже не медлить и все-таки давайте это уже начнем эту делать историю, а там уже по ходу разберемся, потому что я не понимаю в этой истории, скажем, мягко, да. У нас есть Ads ресурс, в котором у нас есть Gallery Ads. Совставляем. Непосредственно к каждому гриду, да, то есть это, то есть add 1, да, там, конечно, такой муторный процесс, что у них все получается переименовывать, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Уже 6, точнее. 7, 7, 8. Теперь мы это... 2, 2, да, блин. 2, 3, 3, 4, 4.
5, 6, 7, 8. Так, вроде как-то так. Значит, grid template. Здесь очень просто. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Так получается. FR. Давайте посмотрим, что такое FR. Ну, я так понимаю, FR это просто FR grid. Что это такое? Что такое грид, вертикальный набор координат, вертикальный. Ну, это линия, то есть это линия, да, без какого-то фиксированного, просто это, то есть это, ну, просто строка, да, то есть без фиксированного какого-то размера, я так понимаю. Размер задан с помощью любой единицы длины. Позвольте создавать грид трейки, но единица произведет свою долю. Ну, короче, поняли, да, то есть один FR, ну, короче, поняли. Вот. Я думаю, что ничего не нужно объяснять. Окей, это понятно. Прикольная тема гриды, но она используется очень редко. То есть это только во всяких случаях. Значит, grid template columns. Опять же, я все скопировал, но я немного... То есть repeat это что? Ну это понятно, что можно так использовать, это не совсем то, что нам нужно. Grid tracks. Так, мы возвращаемся, ребят. Мы возвращаемся. То есть я хочу, чтобы он был, допустим, вот так. Как мне это сделать? То есть я пропишу там, не знаю, add free. Как он это мне сделать? Ну, то есть никак, да? Я предлагаю как сделать. Смотрите, мы сохраняем и делаем, и смотрим, что получилось. Ну, кстати, неплохо, да, то есть ожидалось, конечно же, хуже, но получилось неплохо. Вообще-то вся вот рекламная история, здесь 50, да, везде у нас, 50. Можем 50 сделать, кстати, P50, это у нас к Media Ads, получается, да? Или, в принципе, ко всему этому 50, вот так. То есть куда-то ушло просто вдаль, да? Опа. Ага. Прикольно, кстати, подсказка для гридов, смотрите. Прикольно, прикольная тема, прикольная. Вообще не спорю, кайфовая тема. Блин, я просто не понимаю вот этот сайт, он какой-то вообще палевный. Ну, то есть, давайте поищем другой. Или сами уже сделаем, я не знаю, ну. Опа, здесь что-то поинтереснее, да, насколько я понимаю. То есть делается сетка, да, условно. Ну, окей. Окей, давайте поймем, какая у нас сетка для начала. Какая у нас сетка? Даже не так легко эту сетку сделать по факту, да? Не, ну подожди. 9-2, подожди. Ну, условно, да, у нас есть 3. Да, вот он. Подожди. Отлично, это сделали. 3. Этот идет... Пока не понимаю, но да, точно это вот так.
Готово. Далее вот это идет как одна, да? Как две идет. Еще как две идет. Я бы не сказал, что это как две, как одна, скорее всего, да. Как одна. Это вот тут идет, это вот тут, и это вот тут. То есть вот такая история. То есть это уже гораздо удобнее тема на самом-то деле. По вот этим историям, да? Колонок 3. Ой, прошу прощения. Этих, row 3. Row gap 30, да, то есть. И тут тоже 30. То есть везде по 30. Я не знаю насчет этого, то есть, они разные, видите, то есть сколько здесь? 85, да, получается. Давайте вот так, допустим, сделаем. Угу. Кстати, код какой-то другой немножко, да? Давайте его попробуем использовать. Прикольный шрифт, кстати, мне прям нравится этот шрифт. Нужно, кстати, взять на заметку. А что это за шрифт? Робота? Монокурьер? А, робота моно? Серьезно? А, реально, робота моно, смотрите. Интересно, надо зафиксировать. Робота моно. Прикольный такой шрифт. Мы его сохраним, да, в этих истории. Пусть будет. Так, это мы вставили? Да, мы это вставили. Теперь вот так сделаем. Потом, ребят, чем сложнее, тем интереснее, как бы, да, и чем вот, как я автор, да, то есть не знающий, да, тем, наверное, интереснее, хотя не факт, может быть, кто-то там сейчас дизлайки поставит, скажет, типа, чувак, ты должен там все знать, а по факту ты сидишь здесь во флиш, как бы, да, но это ваше дело, ребят, я все-таки тоже не супер-мега-чувак, который все знает, да, как бы, у меня есть определенная база знаний, но это не вся база. Так, div2, подождите, div2 это, подождите, подождите. Это уже div6 идет, да, то есть это div6. Нужно еще распознать, да, как правильно это все. Вот так. 3. У меня 3 это вот этот вот div2. Неправильно все-таки я расположил. Div4. Мы уже не увидим, да? Мне кажется, вообще неправильно. Что-то здесь не так. Ну, то есть 1, 1, 1, 2, 3, 5. Неправильно, да? 3, 5 у нас. Ну, то есть как-то вот так, наверное. Теперь мы проверим. Смотрите. Так тяжело, у меня здесь еще, блин, дивы все попутаны, да, идут. Все просто перепутал. Просто все перепутал. Смотрите. Так, ну, как бы, что я могу сказать по этому поводу? Прикольная тема. Не совсем правильно он расположил.
Мы уже 35 минут, ребят, сидим, занимаемся каким-то дерьмом. Честно говоря, да? Надеюсь, мы сегодня закончим и уже там начнем делать более интересные темы. Div1 это вот эта штука. Окей. Div6 это вот эта штука, то, что вверху. Она у нас идет... В принципе, 960, вот она идет, да, у нас? Div2, да, это понятно. О, это div6, точнее. 6. А 6 получается это 2. Не знаю, почему я так решил. Третье. У меня идет третье. Это 240 на 400. Да? Здесь это 2. То есть тут 2. Тут 2. Окей. Далее, четвертый. У меня это идет вот этот, я так понимаю, да? Такой толстенький, но не совсем. Да, 640 на 100. То есть это 7 и 8. То есть тут 7. Здесь 8. 4 это 7. 8. Не спрашивайте, ребят, почему я так делаю, но просто будем доверяться моей... Ну, тест я... Ну, та, да, да. Пятый. Да, то есть пятый идет. Пятый. Здесь седьмой, соответственно, вот этот вот верхний. Четвертый и третий. То есть четвертый и третий. То есть четвертый и третий. Не спрашивайте меня, почему здесь в разнобой все. Можно это все выстроить. Да, более удобно. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, отлично. Мне нужно понимать, что касаемо кода, да, то есть, как я все поставил. Значит, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6. Три, пять, четыре, шесть, третья, да? Да. Три, три, четыре, пять. Четвертая, да. Подожди. Ну, так все правильно. Четвертая, три. Подожди. Один, пять, три, шесть. Один, пять, три, шесть. Вот сюда. Отлично. Так, два, пятая, два, один, четыре, два, пять. Блин, я уже клавиши путаю. Сюда и вот сюда. То есть 1, 4, 2, 5. Add 6. 1, 2, 2, 4. 3, 3. И тут места нужно поменять. Я понимаю, что ругаешься. Понимаешь. Окей. Да, то есть в принципе... Да, то есть мы это... Хотя... Эти блоки не совсем правильно мы раскинули, но в целом, да, то есть в целом это то, что нужно. Другой момент по высоте, да, то есть по высоте. То есть общая 260 высота, она в принципе идет везде, то есть ну, я считаю, во флёр, реально. Как нам эту подогнать сюда? У меня вопрос. Как нам ее сюда подогнать? У меня вопрос. Хорошо, да. А по высоте почему? Ну, наверное, это я не прав, да? То есть здесь нужно, наверное...
колонки Rose. Наверное, по 33%. Я не знаю, правда, может так нужно сделать? Ну, так более понятно, да, то есть... Но у нас вся галерея, да, должна идти по высоте, сколько там было написано, 260, да, то есть, хейс 260, ну так. Вот. На 260 нам мало, как мы уже с вами видим. Ну как мало? Не для всех, но мало, да, то есть? Не для всех, но мало. Галерея Ads. Ad 2. Ну, то есть это уже проблема, видите, это же проблема в... У меня, да, это уже проблема получается. Из-за того, что просто мы слишком большие картинки туда подставили. Ну, все, да, здесь хватает, как бы. Блин, ну это слишком большая получается. Эти места мы перепутали каким-то образом. То есть это 3 должно быть, это 4. То есть это 3, а это 4. Вот так получается, да? Да. Ну то есть в принципе плюс-минус все так, да, как должно быть. Вот это не оно, это не оно, да, то есть как-то оно вообще не подходит. Бля, не знаю, мы можем как-то макс? Макс. Ну да, можем и так сделать. Смотри, то есть по высоте, что все поджималось. Смотри, да, так уже более похоже. Да, то есть тогда уже более похож. Но. Ох. Это я страшный сон, реально. Ну, то есть примерно так, но если мы посмотрим сюда, не совсем все так, как оно идет. Я вот, видите, между этими даже не понимаю, кто шире. Мне кажется, почему-то... Нет, мне только кажется. Это шире, но она не видна. Короче, это вот это вот реально расположение такое, это вообще прям полное. И для тех, кто прям вообще отбит. Видите, в чем проблема? Они должны, то есть они у нас как бы идут равны, но по факту не равны. То есть, как вам объяснить? То есть это вот, конечно, забавная история, но так не пойдет. То есть нужно 33, 33, 33. Сейчас я просто проверю, будет же так работать? Ну будет, да, почему оно не будет? Вот, и тут нужно понимать, что, допустим, второй, мы можем прям здесь, да, редактировать, еще второй. Видите, он должен быть поуже. То есть он должен быть вот так примерно. Ну вот, 20. Соответственно, этот должен был быть побольше. Или не факт. Или подожди, или еще поменьше. Подожди. Вот. Вот. Вот эта уже картина более, знаете, похожа на то, что вот тут мы видим. Вот. То
Только вот это мне вообще это непонятно, честно говоря. Ну, вот я честно не понимаю. То есть верхняя забирает на себя все. Но такого быть не должно, по факту. Ну как так она забирает? Ну. Поэтому я не знаю, ну то есть здесь за рамки все уходит, понимаете? Это никак мне не поможет. Никак мне не поможет. То есть вот, мы сейчас сделали то, что должно. Ну, то есть то, как выглядит, да, это как должно выглядеть. Но мне не нравится эта картинка, она как выглядит, как вообще кусок, не знаю, непонятно чего. Ну, как-то вот так, наверное. Не знаю, этим можно просто растянуть и все, ну. Потому что, ну, мы все сделали правильно, то есть, у нас все так же, как и здесь. Единственное, только вот эти почему-то не здесь. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что здесь это одна колонка, да, но здесь как бы это не одна колонка. И чтобы более так точно распределить это все, тут тоже должна быть колонка, получается. Но это вообще, то есть, ну, как бы это будет перебор уже. Это будет реально перебор. Хотя, блин. Да, то есть, видите, она бы у нас идеально легла бы, да, но при других обстоятельствах. То есть, если мы, хотя тоже, опять же, не факт. То есть, я сейчас думал насчет того, что если мы продвинем сюда, да, сделаем, да, как здесь, то есть, подвинем немного. То есть сделаем так, чтобы, видите, вот здесь просто она не занимает полную ширину, не занимает, да, 184, здесь сколько? 115, то есть не занимает, да? То есть просчитывать как-то по-другому, но я не хочу тратить на это время, реально. То есть уже, у нас уже урок 47 минут идет, ну как бы это уже перебор, уже с перебором. Ладно, ребят, мы, короче, будем заканчивать, потому что, ну... Это уже невыносимо. Так. Такой урок получился, наверное, не веселый. Не знаю, что вы по эмоциям получите от этого урока. Но как есть, так есть. Да. Так. Все. Я думаю, тут все понятно. Да, мы сейчас это все подредактируем. Как-то так. Вот. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Набираем 1000 подписчиков. Прохожу первый прямой эфир. Как робот, говорю, каждый раз то же самое. Но все-таки уже там 228 подписчиков. Осталось всего немного. Сегодня мы сделали CSS Grid, все готово, осталось только добавить кнопочки и стилизовать эту страничку. Поэтому, ребят, большое спасибо вам за просмотр, с вами был Макс, ставьте лайки, всем пока.